дякую, хто з нами залишається на телеканалі Київ. Продовжуємо програму «Громадська приймання». Я нагадаю, що сьогодні, 6 жовтня, Всесвітній день стомованих хворих. Тому вирішили цю тему підняти. Тема є надважливо. Ми її кілька разів піднімали в наших ефірах. Я пам'ятаю, що ви досить активно телефонували. Тому попрошу сьогодні також телефонувати. Зараз поговоримо, як живеться, ви ще так кажули, як живеться стомованим хворим. Поговоримо і нагадаємо, що таке стома. І обов'язково поговоримо про відновно-реконструктивні операції. Тому прошу, ми готові розпочинати. І чекаємо на ваші дзвіночки. В нашій студії сьогодні дуже рада вітати. Це Іван Клюско, завідувач хірургічним відділенням номер 2 Київської міської клінічної лікарні номер 15, хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Ми зараз обов'язково ще раз нагадаємо, дещо таке буду роз'яснення, що ж таке стома. Як дійсно живеться стомованим пацієнтам. Але я пам'ятаєте минулого разу? Добрий день, рада вас бачити. Але люди якось одразу почали телефонувати. Я, чесно кажучи, переживала, що не буде дзвінків, тому що тема є десь делікатною. Ви зараз нам поясните, чому. Шановні глядачі, ще хочу тоді зазначити. Київська міська клінічна лікарня номер 15 знаходиться на вулиці Ілінській, 3/7. Будь ласка. Якщо є потреба, ви нас просили ще раз нагадати, там само знаходиться і центр лікування гриз живота. А сьогодні, бачите, дещо інша тема. Якщо є потреба, Ілінська 3/7. Так, вас дійсно дуже рада бачити. Я вас дуже попрошу, нагадайте, що таке стома? Стома – це іскусственно созданий хірургами соусі між полим органом. Чаще всего это кишка или какой-то участок желудочно-кишечного тракта, пищевод или желудок. Чаще всего это кишка, толстая или тонкая. Иногда это части мочеполовой системы. Мы говорим сейчас о мочевом пузыре или мочеточниках. Вот. И наружными кожными покровами. Создается это соустье с целью либо выделения наружу содержимого кишечника, или содержимого мочевого пузыря, мочи в частности, при наличии механического препятствия в области нижележащих отделах мочеиспускательного тракта или желудочно-кишечного тракта. Или же накладываются стомы с питательной целью, тогда, когда прохождение пищевого комка через пищевод невозможно. В таком случае накладывается желудочная стома, которая позволяет вводить питательные вещества в желудок, минуя ротовую полость и пищевод. Іване Вячеславовичу, щоб було дійсно зараз зрозуміло глядачам, які патології і хворі, ну, з якими захворюваннями потрапляють під ризик саме накладання стоми і у категорію стомованих пацієнтів? Коли необхідно, в яких випадках от вам як хірургу доводиться накладати стому? Ну, два слова статистики. Давайте. Значить, на территории Украины по официальным данным на сегодняшний день зарегистрировано около 30 тысяч стомированных пациентов. Сюда относятся не только пациенты с кишечными стомами, вот, но проблема стомированных больных достаточно актуальна. И проблема эта усугубляется ежегодно в связи с ростом таких заболеваний, как рак кишечника, рак желудка, неспецифический язвенный колит, дивертикулярная болезнь кишечника, семейный полипоз, болезнь Крона. Вот те основные заболевания, которые в конечном итоге могут привести к развитию осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, к развитию острой непроходимости кишечника, которая чаще всего заканчивается выведением стомы на разном уровне кишечной трубки. И впоследствии будет нуждаться в проведении реконструктивно-восстановительных операций. Так, 223-09-71, будь ласка. Тема є, ну, дійсно складна і важлива. Хотілося б вас чути. Ми тоді з вами продовжимо. Ну, процес накладання стоми, він довго тривалий, я маю на увазі сама операція, довго триває? Чи в залежності від того, яка патологія? Очень много зависит от типа хірургічної патології, з которым пацієнт поступає в хірургічне відділення.
И стомирование пациента – это, скажем так, крик отчаяния хирурга, потому что не всегда есть возможность ликвидировать механическое препятствие, которое возникает и мешает прохождению кишечным массам по кишечной трубке, с непосредственным восстановлением целостности кишечной трубки. На высоте острой непроходимости кишечника можно только ликвидировать острую непроходимость и ликвидировать непроходимость, удалив участок кишечника с этой опухолью. Вот две такие, два таких варианта. Потому что восстановление целостности кишечника на высоте непроходимости – это, ну, скажем, тактическая ошибка, которую нельзя выполнять хирургу, ибо задача хирурга у пациента с кишечной непроходимостью – спасти жизнь. Ликвидировать непроходимость кишечника, вывести стому, разрешить эту непроходимость, может быть, другим путем, но говорить о, скажем, косметологических и социальных вопросах можно говорить только после того, как спасена жизнь человека. Так, процесс накладания стомы, он не зворотний? Нет. Ну, какая статистика в целом? Значит, большая часть стом, которые накладываются, они могут быть закрытыми. И в связи с этим хирургия предусматривает два типа хирургических операций. Первое – это закрытие стомы. А второе – это реконструктивно-восстановительная операция на кишечнике. Если мы говорим о кишечной трубке и о кишечных стомах. Закрытие стомы – это операция, которая не представляет чаще всего технической сложности и выполняется внебрюшинно, так как оба конца, приводящий и отводящий, находятся на боковой стенке живота. Чаще всего это выполняется при первичном наложении двуствольной стомы. А они разные еще бывают, да? Да, они бывают разные. Они бывают петлевыми, они бывают концевыми, они бывают временными, они бывают постоянными. То есть, говоря о двухствольных стомах, существует возможность погружения этой стомы и восстановления стенки кишки без проникновения в брюшную полость и без выполнения серьезного хирургического вмешательства. Иногда складываются обстоятельства таковым образом, что после первичного оперативного вмешательства, если была выведена одноствольная концевая стома или терминальная так называемая стома, есть необходимость проведения реконструктивно-восстановительной операции. Это случай, при котором нужно в брюшной полости обнаружить отводящий дистальный участок кишки, мобилизировать его, подтянуть его, создать условия для того, чтобы он дотянулся до приводящего участка кишки, ликвидировать саму стому, восстановительную операцию, то есть наложить соустье между приводящим и отводящим участком кишки и только после этого зашить живот. Это называется реконструктивно-восстановительная операция. Она технически значительно сложнее, она порою по сложности превосходит степень сложности первичной выполненной операции. Чаще всего эти операции возникают после так называемой операции Гартмана, когда пациенты, не обращаясь за медицинской помощью, поступают уже в хирургическое отделение в тяжелейшем состоянии на высоте острой непроходимости кишечника. И в этом случае хирургу ничего не остается, как убрать участок кишки, несущий на себе опухоль, и вывести на боковую стенку живота колостому. Это стома, которая позволит ликвидировать кишечную непроходимость и спасти жизнь пациента. После чего через некоторое время пациенту предстоит реконструктивно-восстановительная операция. До вас могут звертатися пациенты, яких уже накладено стома, чтобы провести відновну реконструктивную операцию? Конечно, и зачастую так и случается. К нам обращаются пациенты для реконструктивно-восстановительных операций, для погружения стомы. Вот. И чаще всего обращаются те пациенты, которые прежде были прооперированы в нашей клинике. Чаще всего. Если больной, уходя из медицинского учреждения, остается довольным отношением к нему, классом хирургической техники, вот, бытовыми условиями, то такие пациенты чаще всего и возвращаются к нам для проведения реконструктивно-восстановительных операций или погружения стомы. А через який час они проходят после того, как было накладено стома? Ну, если мы говорим о категории пациентов, которые поступают к нам с опухолевыми кишечными непроходимостями, то, конечно же,
Эта группа пациентов после хирургического лечения отправляется в онкоучреждение для прохождения там дальнейшего либо химиотерапевтического лечения, либо лучевой терапии. Если же это пациенты не нуждаются в проведении такого ряда медикаментозного и рентгенологического лечения, то обыкновенно через 2-3 месяца больные поступают к нам для проведения закрытия стомы или для проведения реконструктивно-восстановительных операций. Если же это онкопатология, то в таком случае какое-то время уйдет на проведение нескольких курсов химиотерапевтического лечения, лучевой терапии, и уже после этого, когда больной окрепнет, он возвращается к нам, и мы закрываем эту стому. Так, да? Да. Тобто через певний час. Да. Так, шановні глядачі, будь ласка, важливо, ну я розумію, може, дещо делікатне питання, не всі хочуть про це, можливо, озвучувати в ефірах, але готові вас будемо послухати. У нас працює телефон 223-0981, перевірте, будь ласка, що працював телефон. Якраз додзвонюєш. Можливо, думали, це саме прямий ефір. 223-09-71. Івана В'ячеславовича, у нас є кабінет стомованого пацієнта? Да, в нашій лікарні є проктологічний кабінет, куди обращаються пацієнти. Мало того, у нас є сертифікований спеціаліст, який займається в основному тільки стомами і осложненнями, які можуть виникати після наложення кишечних стом. Це достатньо грамотний чоловік, який пройшов спеціальну підготовку і працює непосередньо з цією категорією пацієнтів. Це дуже важливо. На Ілінській, так? Так. Ілінська 3, дріб 7, якщо є потреба, там теж можна приходити. Там же якраз можна прийти, якщо вже стома накладена, і поговорити, якщо можна зробити і відновно реконструктивне втручання, тоді вас запросять, або ваших колег. Любой сотрудник нашого відділення окаже в повному об'ємі консультативну допомогу, ну і впоследствии. Тут ще є для стомовних пацієнтів такий соціальний бік, але це держава має якось підтримувати. Хоча я знаю, що в інших країнах цих пацієнтів якраз дещо підтримують. Не усіх теж. Ми ж говоримо не про інші країни, ми говоримо про нашу країну. Звісно ж, використання колоприйомників, особливо іноземного виробництва, тому що отечественні колоприйомники, вони не совсем качественные и практичные для использования. Иностранные колоприемники, они имеют разные степени модификации, и они могут быть использованы для тонко-толстокишечных стом, они различны между собой. Вот. Они могут быть смодифицированы под необходимый диаметр стомы. Это дает нам возможность более широко в социальном отношении реабилитировать пациента. Но они, к сожалению, дорогостоящие. Поэтому существует в Украине организация стомированных пациентов. Эта организация оказывает посильную помощь в обеспечении стомированных пациентов колоприемниками по мере своих возможностей, конечно. Ще раз тоді, 223-09-71, готові будемо вас ще чути. От повертаючись до реконструктивно-відновних операцій, це травматичні втручання? Да. Травматичні, так? Да, реконструктивно-восстановительна операція, достатньо травматична операція, тому що вона предусматрює повторну інтервенцію в брюшну полость. Дальше выделение непосредственно самого искусственного толстого или тонкокишечного свища из ткани боковой или передней стенки живота. Вот. И впоследствии разделение спаек и межпетлевых сращений кишечника. Вот. И решение вопроса об анастомозировании, то есть возможности наложения соустья между приводящим участком кишки и между отводящим участком оставшейся кишки. То есть эта ситуация требует не только знания и умения в этом направлении хирургии, но и, конечно же, четко и правильно осознавать, каким образом будет протекать послеоперационный процесс. Потому что все пациенты, которые являются носителями стом на своем животе, зона, на которой наложена стома, она инфицирована и она контаминирована кишечной флорой. И, конечно же, заживление такого рода ран проходит не совсем типично, не так, как обыкновенные раны. Вот. И в этом отношении, конечно,
конечно, необходим опыт и медицинского персонала с работой этой категории пациентов. И зачастую осложнения, которые могут возникнуть в результате проведения такого рода оперативных вмешательств, это нагноение послеоперационных ран, несостоятельность швов на анастомозе, на соустье межкишечном. Эта ситуация требует грамотных и компетентных, и главное, своевременных действий по отношению к этому пациенту. Так, у нас, я так розумію, є дзвінки, але чомусь не зовсім по темі. Стомовані пацієнти, стома, накладання стоми і відновно-реконструктивні операції, хірургічне втручання, якщо є потреба. Але я так розумію, що я хочу повернутися, але більш детально, що є випадки, коли провести ці операції неможливо. Правильно я зрозумію? Да. Тобто це, і пацієнту про це озвучується. Не всі пацієнти можуть бути підвергнуті реконструктивно-восстановительним операціям. Почему? Потому что порою само состояние здоровья пациента не позволяет выполнить повторную, тяжелую и достаточно травматичную операцию. Значит, это пациенты с ранее перенесенными инсультами, инфарктами, гипертонической болезнью. Особенно опасная категория пациентов – это люди с нарушением сердечного ритма. Вот, конечно же, это группа риска, где нужно очень четко оценить, может ли этот человек пройти через реконструктивно-восстановительную операцию, и при этом мы улучшим качество его жизни и продлим ее. Есть еще одна группа пациентов, которые не могут быть прооперированы. Это пациенты, у которых оставшийся участок кишечника, дистальный отдел, не позволяет, его длина не позволяет провести подобного рода операции. Или если первичная операция была выполнена очень-очень низко у пациентов с низким расположением опухолей прямой кишки, особенно если эта опухоль заходит в зону анального канала, это те случаи, когда проводится экстирпация, то есть полное удаление прямой кишки и ее замыкательного аппарата. В таких случаях выводится перманентная, то есть постоянная кишечная стома, ибо зоны, к которой можно пришить приводящий участок кишки, просто не существует, она удалена. Вот такая вот ситуация. У нас есть дозвонивач, говори, будь ласка. Подождите, я вас хотел спросить, а у меня получилась грыжа? Алло. Да. После чего у вас грыжа получилась? Ну вот, первую операцию мне сделали, вывели стому, тогда зашили. І непогано зашили, і що в мене випірає в животі, де стома була грижа. Так, ми зрозуміли, дякуємо вам, що зателефонували, і питання, я тому вас перепитала. Так, після стоми грижа виникла, після операції? Таке можливо. Можливо, чому? Тому що кілька хірургічних вмішательств на одній анатомічній зоні має дуже високу степень ризику для виникнення післяопераційної грижі. Есть даже отдельная группа пациентов, у которых есть и стома, и околостомальная грыжа. Такие тоже группы пациентов есть, они к нам обращаются. Вот. Поэтому, конечно, этот пациент нуждается в хирургическом лечении. На текущий момент ему была выполнена реконструктивно-восстановительная операция, и стомы у него уже нет. Но на том месте, где эта стома была прежде, у него сформировалась послеоперационная вентральная грыжа. Это пациент, который может приехать к нам на консультацию. Мы расскажем, каким образом ему нужно будет подготовиться. Мы в полном объеме выполним его предоперационное обследование и выполним ему оперативное вмешательство и закроем этот грыжевой дефект сетчатым полипропиленовым протектором. Ми нас почули. Але дякую, що зателефонували і розказали. Тобто це, в принципі, це як часто ж вентральні грижі виникають після операції. І не тільки після того, як стому проблеми. Так, у пацієнтів, які прежде оперировані, і передня брюшна стінка в місці хірургічного вмішательства, звісно ж, ослаблена. Там відбуваються рубцові змінення, там відбувається дегенерація мишечних волокон, апоневротичних волокон, які не завжди можуть бути состоятельными и опороспособными после таких операций. Этот пациент нуждается в пластическом хирургическом вмешательстве и закрытии этого дефекта с помощью алоимплантата. Если вы нас чуете, мы не знаем, звідки вы... Телефоны берем, у нас еще 10, звичайно.
чому питання? Це до докторів. Звичайно, беремо. У нас ще стільки часу для ефіру. Якщо ви не оперувалися на Подолі, я так зрозуміла, що напевно ні. Ілінська 3/7, якщо є потреба, дзвонюючи, який щойно телефонував, зверніться. Але ви почули, що таке можливо, тому і могла виникнути грижа. Добре, що зателефонували. Так, є додзвонювач? Говоріть. Добрий день. Добрий день. Я один з пацієнтів, який пройшов всю цю операцію як стоми, один на закриття стоми і інше. Якби ця операція пройшла доволі успішно, на жаль, я не знав, що у Києві такі операції проводяться у вас. Я проводив цю операцію в Плітах. А в мене до вас таке одне питання. Які можливі... ну, будемо говорити, роботоспособність людини після таких операцій. Операція в мене пройшла вже більше як 4 чи 5 місяців. Як ви себе як ви себе почуваєте? Ну, я почуваю себе достатньо непогано. Я маю на увазі, як таких болей немає, ну, бережуся їм, тобто... Да, ми зрозуміли. А ще скажіть нам, щоб було просто для глядачів, а чому вам довелося накладати стому? Яка була причина? Причина не поліпоз, будемо говорити. Поліпоз. Все, ми зрозуміли. Дякуємо, кладіть слухавочку. Просто хотіла, щоб про що ви говорили, про причини. Цей пацієнт був прооперирован в Плютах. Я почула. Це клініка Лісод, в которой работают высокоавторитетные, грамотные, опытные. Тільки це ми не маємо права називати. Ну, я, без реклами. Вовсе не реклама. Да, ну, я просто нас... для того, чтобы понять, в каком объеме этот человек оперирован. Я не знаю, в каком объеме он был первоначально оперирован, удалена вся ободочная кишка, как это делается при семейном полипозе, и какая методика была выбрана. Это была лапароскопическая операция, вот, либо же это была операция, выполнена открытой, в открытый способ. Значит, вопросы о трудоспособности пациентов решает медико-социальная экспертная комиссия. Этот человек идет в поликлинику, в поликлинических условиях он проходит МСЭК, где ему дают определенный термин на свою трудовую социальную реабилитацию, то есть он какое-то время действительно должен пребывать на больничном листе. Если сроки его реабилитации превосходят сроки пребывания на больничном листе, в таком случае он, проходя МСЭК, должен получить группу инвалидности. А потом при повторном прохождении эта группа снимается или продлевается. Я так понимаю, что он хочет заниматься працей. Ну, чтобы мне дать ответ на этот вопрос, нужно понять, в каком объеме он был прежде прооперирован. Тогда я могу. Бачите, людина хоче працювати, ну, є бажання, це ж добре, насправді. Да, значить, він поправляється. Да? Да. Ну, можемо говорити, що після того, як стома була накладена, якщо все було зроблено правильно, потім проведено відновлено реконструктивне втручання, що людина може жити повноцінним життям, якщо все було зроблено відповідно до медичних протоколів. Мы обязаны проводить все, соответственно, всех медицинских протоколов для того, чтобы качество жизни этого человека улучшилось. Потому что эти люди достаточно серьезно себя чувствуют невостребованными, во многом стесненными в связи с использованием калонакопителя на боковой стенке живота. Сомнений нет. Социальные вопросы для такой категории пациентов – это вопросы номер один. Вопросы номер один. Однако любое хирургическое вмешательство имеет определенную степень риска. И послеоперационные осложнения, которые присущи статистически для любых операций, также и присущи для операций по реконструкции и по восстановлению проходимости кишечной трубки. Такое может быть, такое бывает. И сужение стомы, и недостаточность стомы. Но этот риск оправдан тем, что этот человек должен почувствовать себя абсолютно полноценным в обществе. Крайний звонок, еду дзвонювач, говорите, будем завершивать. Прошу. Добрый день, говори, будь ласка. Скажіть, будь ласка, доктор, у мене чоловіка вже два рази там, де стома, вже грижа. І два рази робили ми вже операцію, і вона знову є там грижа. Ми не можемо реконструкції зробити, бо в нас так низько там був. Грижа була, і ми не можемо. Скажіть, будь ласка, що ви ще порадите? Вже ми два рази робили це. Пара колостомическая грыжа. Вот мы как раз говорим о проблеме грыжи, которая возникает около колостомы.
Значит, чаще всего в таких случаях, если первичное ранее проведенное оперативное вмешательство по ушиванию дефекта грыжи и сохранению стомы в этой области не дают желаемого результата, такие пациенты нуждаются в транспозиции этой стомы, mm-hmm. то есть перемещение этой стомы на противоположную часть живота, ушивание этого дефекта, ликвидации самой грыжи и формирование новой mm-hmm. кишечной стомы. Ось так, да? Да. Все, дуже вам дякую. Дякую глядачам. Прокинулись трошки пізно, ваші малечі, але три дзвінки всі по темі, тому дуже вдячна. А вас дуже рада завжди бачити. До Спасибо. Зустрічі. Іван Клюцько, завідувач хірургічного відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні номер 15, яка знаходиться на вулиці Ілінській, 3/7. Ще раз нагадую, хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, був гостем цієї частини. Ми цей блок завершуємо, переходимо до реклами. Після реклами зустрічаємося і продовжуємо цю програму. Будьте з нами, не перемикайте.